Отже, щойно ви почули думку мешканців будинку по проспекту Григорівського десанта 12, чому їм потрібна альтанка. І, власне, у нашій студії вже з'явилась наступна гостя. Це Людмила Шкумат, голова правління ОСББ будинку по проспекту Григорівського десанта 12. І, власне, пані Людмило, перше запитання до вас. Як виникла ця ідея? Як вона сформулювалася? Я так розумію, ну, з думок мешканців, що, ну, така необхідність у них з'явилася досить давно, так? Але як от ви це сформулювали? Ну, обратились люди старшего возраста вот, со своими предложениями. Вот у нас как бы негде собраться, нету такого места уютного, где бы мы могли бы как-то посидеть. Вот надо бы что-то организовать. Вот люди хотят, вот, чтобы что-то такое вот было, где будет возможность у них просто собраться, пообщаться по интересам, обсудить какие-то вопросы. И вот возникла такая идея. Подходят и говорят, что вот что-то бы такое организовать. Ну вот, как бы, идея вот эта очень хорошая, бюджет участи, и была такая подсказка, что в нашем городе вот существует на данный момент такой проект. И вот люди с удовольствием решили поучаствовать. Вот, что же такое придумать? У нас территория там достаточно такая необжитая, особенно третий, четвертый, пятый подъезд, там ни лавочек нету, вообще ничего как-то для людей нету. А люди приходят уже и после болезни, и с палочками, и им очень хочется как-то вот какой-то уют для себя создать, да? Такую территорию общения. Вот автор проекта Надежда Константиновна говорит, ну вот давайте вот мы беседку, вот давайте вот что-то такое вот красивое придумаем. Обратились, очень сильно помогла в этом вопросе Ольга Яковлевна Скульская, вот зав. Отделом информационных технологий. Подсказала, что нужно, как лучше организовать все это. Очень сильно помогли уже на завершающем этапе наши специалисты отдела архитектуры, потому что здесь такой проект вроде бы как и не сложный, но вместе с тем это территория, на которой могут быть расположены сети, может быть нельзя там такой проект реализовывать, поэтому необходимо было именно просмотреть территорию, изучить ее, нету там таких вот условий, которые помешают установить, реализовать такой проект. Самое главное, вот люди думали над названием, как же назвать этот проект. Значит, участвовали многие, были многие предложения. У нас такая жительница есть, Зоя Рогожникова, это молодая девушка. Вот она подошла и говорит, вы знаете, все-таки давайте мы назовем ее «Затишный куточек». А, тобто ви назву цілого проекту придумали, чи власне самої альтанки, яка має з'явитися? Ні, це був проект, це був проект. Назва вот, проекту. Да, так, так, создание «Затишного куточка» для відпочинку вот, жителів нашого будинку. Вот смотрите, в городе много красивых мест, люди же ходят, смотрят. Людям нравится, что город развивается, красивые места появляются. И жители хотят, чтобы в их дворах тоже что-то было красивое. Вот, и приходят со своими идеями. Вот такая вот идея родилась. И как раз это место, вот, которое вот снимали, да, вот оно такое вот подходящее для реализации этого проекта. По проекту начали думать, вот мы хотим, чтобы были и цветы, мы хотим, чтобы была зеленая зона, мы хотим, чтобы было благоустройство территории. И правда, если территория благоустроится, если установится там эта беседочка, действительно это будет затычный куточек. Потому как думали еще, с какого же материала можно сделать, вот, реализовать такой проект. Вот решили, что именно из дерева. Почему? Потому что это действительно уют, это тепло, это вот такой должен быть островок. Давайте ми так по порядку, бо дуже багато інформації одразу, ми трошки розіб'ємо. Так? Отже, я зрозуміла, що вам довелося звертатися до багатьох спеціалістів виконкому, так? Аби визначити все ж таки, чи можливо розташовувати. Так. Ну і, власне, можна, так? Можна, можливо розташовувати, допомогли з цим питанням вирішити, яких розмірів необхідно зробити цей проект, цю альтаночку, так, щоб вона могла поміститися. Ну, там десь 8 квадратних метрів. От.
Мені цікаво було, до речі, зі столиком, так, лавочками. От коли говорили про альтанку, і на фото, там, яка прикріплена до бюджету, у вас дерев'яна така альтанка. Так. Ми можемо переглянути, як вона має виглядати. Так, це от така з дерева, з дерева, кришею, так, столик всередині стоїть. Квітами. Перше таке питання виникає одразу в день, там можуть збиратися люди там похилого віку, так, для кого ви власне це і задумуєте. А як бути у вечірній час? Адже був такий період, коли дуже скаржилися южненці, так, особливо в літній період року, що збирається молодь, кричать, деколи бійки відбуваються. Тобто, як з цей момент ви враховували? Да, вы знаете, вот у нас такой двор, скажем, но мы никогда не наблюдали, чтобы у нас что-то подобное происходило. Mm-hmm. Вот как-то у нас действительно тихо, спокойно в этом плане. Люди особенно, я же говорю, вот приходят, вот это место такое. У нас есть люди, наверное, после инсульта, может быть, потому что с палочками приходят. И вот именно они в этом месте рядышком садятся, там такие неуютные лавочки, mm-hmm. благоустройства нету, бордюр высокий, там ямы. И все они как бы очень хотят, чтобы вот такое вот место для них было. А что касается, мне кажется, что если кто-то хочет там побуянить, он в любом месте побуянит, mm-hmm. правда? В Южном много красивых мест, там же не буянит. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что особенно если жители будут заинтересованы в том, чтобы был порядок, значит, будут соответствующие замечания делать молодежи, если вдруг она у нас там где-то, скажем, пристроится. Я зрозуміла. Взагалі, альтанка ця досить така затишна повинна бути, так, як ви за проєктом задумали. Чому вона, власне, дерев'яна? Як вважаєте, чи наскільки цей матеріал добре себе покаже в процесі експлуатації? Скажем так, якщо за ним ухаживати, якщо смотреть, якщо вовремя, скажем, проводити відповідні роботи, то я думаю, що це надовго. Вот, кроме этого, дерево – это действительно тепло, дерево – это уют, дерево – это натуральное. Mm-hmm. Вот, да, все мы почему-то тянемся к натуральному. Особенно те люди, которые старше, вот, да, они всегда вот более натуральному, не к синтетике. Поэтому такой вот объект почему-то вот пригрел душу, наверное, потому что просмотрели многие и вот решили, что именно дерево. Там еще такая территория, что… Ну, это же немножко... между деревами мы так бачили, да, так, на экране? Да, вот как-то оно между деревьями, вот деревянное, вот как-то… Mm-hmm. Вот сама ідея вот підтолкнула людей, що іменно вот душа потягнулася тому, щоб було дерево. А багато мешканців будинку взяли участь у обговоренні цього проєкту? Да. Ну, там обязательным условием было участие, чтобы не менее 20 человек, mm-hmm. да, могли поставить свои подписи, согласовать этот проект. И когда общались с людьми, да, все были только за. Вот, и те, которые не подписались, многие из людей тоже за. Все, кто слышал об этом, все, кто узнал, вот все поддерживают, все очень хотят и все ждут, чтобы действительно уже где-то что-то в этом месте было. Вот люди очень хотят, чтобы благоустроить этот кусочек, потому что он у нас какой-то неуютный, там постоянно проезжают автомобили, там постоянно развозится грязь, потому что узенькое такое вот место проезжие. Поэтому я думаю, что реализация этого проекта и создаст комфорт для проживания и отдыха наших людей. Вместе с тем будет произведено благоустройство территории, которая является действительно какая-то как бы заброшенная. Она там какой-то вот действительно такой кусочек совершенно не обжитый. У вас сума в результаті вийшла 63 тисячі 60 гривень. Чому, власне, саме така сума? Як з чого вона сформувалася? А це, скажем так, смета. Для того, чтобы можно было определить стоимость, необходимо было провести большие подготовительные работы. И я помогала вот в решении этого вопроса, потому что нужно было узнать стоимость стройматериалов, стоимость материала, из которого она будет изготовлена. Нужно было прояснить ситуацию, каким образом произвести подготовительные работы, потому что там территория достаточно неровная, она с большим склоном. Необходимо, значит, соответственно, провести подготовительные работы.
подготовительные работы. Вот, для всего этого нужно было в смету включить и стоимость материала, и стоимость работы, и стоимость транспорта. Ну и если вы видите там благоустройство, озеленение, тоже это как бы составные части этого проекта. Вот все это сформировало определенную стоимость. Тобто своїми силами, якщо б не було, наприклад, такого проєкту, як бюджет участі, своїми силами це досить накладно, я так розумію, так таку альтанку збудувати? Хочу вам сказати, що це не така дорога, як би не настільки дорогий, да, вот, проєкт. Но тим не менше, все це как бы со средств жителей, а дом достаточно старый, и очень много нужно сделать для этого дома. И люди, вот рассказывали наши жители, да, уже достаточно преклонного возраста, и для них каждая копейка – это, скажем, ихний бюджет. Mm-hmm. Вот, поэтому все это, скажем так, каким-то образом влияет на бюджет людей. Семьи, да, да, так. Да. Угу. Поэтому такой вот проект, очень хорошо, что это есть в нашем городе, очень хорошо, что выделены определенные бюджетные средства для участия. Вот. И если победим, то в любом случае это будет и для людей комфортно, и для ихнего бюджета. Вы сказали, что в процессе звертались до фирм, так? Власне, ви говорили про те, що потрібно було провести роботу, так? Але я так зрозуміла, що аби оцінити цей об'єм роботи, ви мусили до когось звертатися, так? Чи ви у майбутньому, коли, якщо проєкт пройде, так, проголосують і відбудеться його будівництво, хто буде будувати її? У вас є на приміті люди, так, спеціалісти, фірми, які будуть цим займатися? Звісно, звісно. Ті люди, які розказували, що потрібно, скільки потрібно матеріалу, это же деревянные брусы, там, скажем, доска, там, всякие уголочки, да, вот, для всего этого необходимы были привлечения людей, которые компетентны в этом mm-hmm. вопросе, поэтому они, соответственно, подсказывали. Я так думаю, что если у них будет большое желание поучаствовать, мы будем рады. То есть вартість их работы тоже вкладена, так, в цю смету? Конечно, конечно. Так, и стоимость работы, и соответствующее, ну, как бы вознаграждение за работу, да, и в связи с этим сюда вложено и средства налоговые, которые отчисляются угу. с фонда заработной платы, все это учитывалось. Угу. Ваша альтанка у вашому дворі – це такий, ну, маленький затишний куточок, як ви його називаєте, так? У майбутньому плануєте ще якось робити благоустрій території, ну, не закінчити на цій альтанці? Звісно. У нас є проєкт, вот, который мы очень сильно хотели бы реализовать. И мы стремились реализовать этот проект, но там возникли вопросы именно с землей. Угу. Необходимо на сегодняшний день будет, ну, это в рамках нашего города, не только нас, это в рамках всего города. Який стоит вопрос, ну, вопрос принадлежности территории преддомовой. Вот, каким образом будут формироваться взаимоотношения там земельные. Вот, скажем, в этом на сегодняшний день немножко существует, ну, проблема, не знаю, как правильно это назвать. До речі, альтанка буде знаходитися на вашій території, чи це територія буде екосервісу? Это преддомовая территория. Обслуживать будем мы, а угу. как в правовом поле она будет там оформляться, я думаю, что в рамках нашего горисполкома этот вопрос уже более правильно решится, если все будет выполнено по процедуре, если мы уже проголосуют люди, если мы уже, скажем, окажемся в этой программе, угу. пройдем, вот. Я думаю, що розберемося тоді, як правильно. Придомова територія, якщо, то, наскільки я знаю, ви повинні 30% сплачувати вартості будівництва. Якщо це не придомова територія, тоді по бюджету участі ви приходите повністю. Цей нюанс ви уточняли, яка це територія, власне, де ви будуєте? Ну, де ви збираєтесь побудувати альтанку? Ну, територія, як би, вона знаходиться поза обслуговуванням. Територія не знаходиться в нашій собственності. Ага, тобто... Да. Але обслуговувати потім альтанку будете ви, будуть мешканці будинку за нею стежити? Звісно, вони ж будуть користуватися, я думаю, що всі ми будемо
смотреть за ней, будемо ухаживать за ней, будемо її підтримувати. Буде мати якусь назву це місце, чи тільки проект має затишне місце, так? Ми назвали затишний проект. Куточок. Затишний куточок. Як взагалі ви бачите, як вона буде використовуватися? Тобто ми говорили з мешканцями будинку, так що мужчини хочуть у шахмати грати, можливо, там жінки просто собі сидіти. Якось ці моменти обговорювали, тобто наскільки вона дійсно буде задіяна? Бо людей багато, альтанка одна, скільки вона помістить людей туди? Ну, я так думаю, что, как правило, да, днем отдыхают люди старшего возраста. Но я думаю, что и молодежь, как они говорят, мы уже дедушки, мы уже бабушки, мы поселялись сюда, были совершенно молодыми, а на сегодняшний день мы хотим уже с внуками немножко пообщаться. И мне так видится, вот я прохожу Мира 26, там тоже беседочка, и постоянно я встречаю там семья, вот мама и сын, или там папа с сыном, там что-то рисуют, что-то читают, вот люди, приятно вот смотреть, что люди вот действительно уютно, рядом с подъездом такая территория, беседочка, столик, люди сидят, занимаются, ну, там где-то какие-то книжечки почитать, действительно, там шахматы поиграть, да просто домохозяйкам обсудить какие-то свои домашние вопросы, какие-то рецепты поделиться. Я думаю, что вот в таком плане будет она использоваться. Ви готові до голосування, до того, що це буде інтернет-голосування, і як ми говорили на початку програми, так що мешканці вашого будинку, більша частина живуть там з самого початку, так, і це люди похилого, старшого віку. Наскільки буде активним голосування, як ви вважаєте? Но я думаю, в любом случае, что оно будет активным, потому что если такую активность люди проявили вот в реализации этого проекта, правда, большую активность проявили, все очень-очень хотели, чтобы вот поучаствовать, чтобы обязательно исправить все ошибки, потому что мы подали, потом необходимо было еще доработочки поделать, подправить некоторые замечания, вот после того, как прошло первое слушание этот проект. Очень активно участвовали все, все исправили, поэтому я думаю, что активно будут голосовать. У всех есть внуки, у всех есть друзья, у всех есть родственники, я думаю, что все будут очень активно участвовать. А власне піар-компанією будете займатися? Тобто про штовхувати проект, це ж теж потрібно, потрібно, щоб люди про це знали, чули, вам потрібно не лише 100 голосів, на цьому ж не закінчується, конечно, так? Конечно, конечно. Ну, я, как председатель правления, буду очень активно участвовать в продвижении этого проекта, потому что мне очень хочется, чтобы этот проект был реализован в нашем дворе. Як взагалі проходив процес, уже коли ви, ну, вже коли ви сформулювали цю ідею, зрозуміли, що там оцінка проведена території, можна подавати. Як процес збирання документів? З якими труднощами стикнулися от, в процесі формування проекту? Ну, как бы трудностей больших не было, просто то, что необходимо было собирать информацию, стоимость материала определить, необходимо было понимать, как правильно зарегистрироваться в интернете, как это все разместить. Естественно, что, ну, как бы, обичний робочий процес. Ну, ми спілкувалися, наприклад, дуже багато з кураторами, наприклад, з тією ж Ольгою Скульською, так, яка розказувала про процес, як це робити, там мало не покроково, так, як з цим справитися зі всім. Тобто мені на сьогоднішній день, от, коли є можливість поспілкуватися з авторами проекту, цікава ця інша сторона. Тобто, коли розповідає спеціаліст, який розуміє, що потрібно робити, це одне. А от з вашого боку, як це відбувалося на справді, от наскільки дійсно важко чи, наприклад, просто було розібратися в меню сайту, так, як це все подавати, і електронні моменти, ну, от поділіться такими моментами. Ну, знаете, вот как-то оно все пошагово. Вот начинаешь делать, да, не знаешь, сталкиваешься с чем, звонок, Ольга Яковлевна, пожалуйста, а подскажите. Вот, ну, с благодарностью, конечно, хочу сказать, выразить свою большую благодарность этому человеку, потому что действительно помогала. Вот и Ольга Яковлевна в любое время, еще в это время болела она или кто-то из членов семьи, но тем не менее с больницы она брала трубку и подсказывала, и рассказывала, и вот мы, скажем, смогли преодолеть эти трудности, все разместить, все правильно сделать. И там же нужно было так, чтобы этот проект действительно уже прошел. Вот. Ну, сделали все необходимо, пошагово.
проект пройшов, зареєстрували, от все получилось. Коли відбувалася комісія, які були ваші відчуття, переживали, потрібно було відстоювати проект? Ну, звісно, звісно. Была комиссия, вот переживали и, наши жители, автор проекта, ну что там и как. Я звонила, интересовалась. В принципе, как бы нам пошагово рассказывали, что вот уже завтра будет, вот перезвоните завтра, вот в таком-то часу вот будем собираться и будем принимать решение. Потом перезвонила, да, вот решение принято, но есть соответствующие замечания. По каждому проекту были замечания. Какие были зауважения? Ну вот, допустим, по нашему проекту замечания состоялись в том, что есть сама идея, есть картинка, есть размещение ее на какой территории, но вот именно не помешают ли там сети. Угу. Вот, можно ли действительно в таком, ну, с такой квадратурой эту беседочку там разместить. Вот, соответственно, нужно было вот этот вопрос доработать. Обратились к специалистам отдела архитектуры, они помогли разобраться с этим вопросом. Там, угу. Посмотрели, как специалисты подвигали, где, куда можно, с какой стороны лучше. И вот получилось, что действительно вот, можно реализовать этот объект. Угу. С іншими проектами вы відомі, вам вы знайомі, які уже подали мешканці Южного? Да, потому как была я на самом заседании комиссии, угу. Вот, и были совершенно разнообразные проекты, интересные у людей. Вот. Кстати, мы еще поучаствовали в одном из проектов, был интересный проект, значит, песочницы. Угу. Песочницы закрытые, да, да. Вот поэтому мы тоже являемся участниками этого угу. проекта. Тоже хороший проект. Угу. Вот проекты же были и по освещению проекты были, и там по размещению, предоставлению услуг малоимущим, по пользованию велосипедами. Ну, много было интересного. Я маю на увазі, що в певній мірі, тобто бюджет проекту, бюджету участі, він обмежений, так? Він, це всього лиш 1 мільйон гривень. Ну, можливо, не всього лиш, але все-таки сума обмежена. І якщо проєктів дуже багато, так, на сьогоднішній день вони перевищують цей ліміт, тобто в якійсь мірі це конкуренти ваші. І не було так, ну, чи є, можливо, таке відчуття, так, що от, ну, от ваш проєкт, от він дійсно достойний, а інші проєкти, як ви до них ставитеся? Ну, я хочу сказать мое собственное, да, отношение к каждому проекту. Я отношусь и с большим уважением, и, скажем так, если ты побеждаешь, это хорошо. Если ты не побеждаешь, в любом случае поучаствовал, в любом случае, ну, есть опыт участия на следующий год. Mm-hmm. Вот. Некоторые проекты прямо там на обсуждении, вот на комиссии решался вопрос, что они сами переносили реализацию своего проекта на следующий год, угу. потому что они не успеют, ну, более объемные такие проекты, они не успеют реализоваться в этом году. Поэтому я думаю, что из тех людей, которые, проектов, которые остались в реализации, ну, я надеюсь, что так как мы первые, так как первый год это в нашем городе, возможно, что, скажем так, по решению, может быть, депутатов Южнинской мирской рады каким-то образом будет решаться вопрос, чтобы как-то вот поощрить на следующий год участие в этом проекте людей. Возможно, что как-то сможем мы решить вопрос, чтобы все участники. Ну, все залежить насправді на сьогоднішній день від Южниці, від того, як вони будуть голосувати, і під яким номером ваш проект? Під номером 9. Отже, залучайте зараз, ви маєте можливість, унікальну можливість уже розпочати. Славік перед цим, так? Він уже запропонував голосувати. Тепер ваша черга. Можете запропонувати южненцям проголосувати саме за ваш проект. Ну, большая просьба наших всех участников нашего проекта, просим всех, кто может поддержать проект, который размещается под номером 9, это «Заточный куточек».
для отдыха людей, жителей именно домов. Это проект, который на сегодняшний день, наверное, будет желателен в каждом дворе иметь себе вот что-то подобное. Поэтому видите, вот такой вот очень красивый, действительно затишный куточек. Проголосуйте, пожалуйста, за наш проект под номер 9. Я вам дякую за те, що були у нас в студії, розказали про проект, про вашу ідею. Я нагадаю глядачам, що ми почали сьогодні знайомити вас, власне, з авторами проєктів і будемо продовжувати це робити на протязі ще деякого часу. До 10 червня у вас є час, аби познайомитися з проєктами на сайті, визначитися, який вам найбільше підходить, подобається, і за нього розпочати голосування уже після 10 червня. У студії була Людмила Шкумат, у першій сцені Вячеслав Слюсар, і дякую вам за увагу, до зустрічі!